2013 год для фанатов «Арсенала» сложился удачно. Фанатский сектор пополнился молодежью. На некоторых матчах численность «Ультрас» приближалась к отметке в 1000 человек. С помощью клуба фанаты внесли свой вклад в неповторимую атмосферу домашних матчей «Арсенала». Мощные перформансы на всем стадионе, впечатляющие баннеры и растяжки вряд ли кого оставили равнодушным. Дополнительный импульс развитию фанатского движения придали успехи «Арсенала» — выход канониров в футбольную национальную лигу. Именно это обстоятельство способствовало созданию официального фан-клуба, куда вошли все представители фанатского движения. Еще один положительный момент — администрация города предоставила для фанатов помещение, в котором сейчас делается ремонт и где будут созданы все условия для развития фан-движения «Тулы». Фан-клуб «Арсенал» сразу начал активно участвовать в городской жизни. Его активисты принимали участие в субботниках, высаживали саженцы деревьев, сдавали кровь, принимали участие в благотворительных акциях. Фан-клуб не мог обойти вниманием любимую игру. Был организован первый турнир на Кубок Тульского «Арсенала». Но не футболом единым живут молодые тулики. Фан-клуб также провел соревнования по пейнтболу, шашкам и шахматам. Ярким событием минувшего года для болельщиков стало появление фаншопа «Арсенала», который открыл свои двери и предложил широкий ассортимент продукции, символикой клуба и фанатского магазина. К сожалению, не обошлось без довольно внушительной ложки дегтя. Поведение фанатов далеко не всегда укладывается в нормы этики и закона. По-прежнему футбольный клуб обречен платить большие штрафы из-за нецензурной лексики, петард, фаеров и прочей пиротехники, использующейся на центральном стадионе Тулы. Как следствие, ухудшение отношений с полицией. Необходим диалог, серьезный разговор, чтобы решить проблему, которая волнует многих. Акция в честь того, что сотрудники правоохранительных органов, полиции поставили дополнительные средства безопасности на стадионе, так называемый автобус, который заходит все фанаты Тульского «Арсенала», и их там обыскивают фактически до трусов. Вот это, конечно же, на самом деле нам не понравилось. Вот, и мы решили тем самым бойкотировать этот матч. Но опять же, к команде это отношение никакого не бойкотировалось, только лишь вот эта система досмотра. Но в любом случае, я уверен, что скорее всего, мы сядем за стол переговоров с сотрудниками правоохранительных органов и примем какое-то такое решение, все-таки, где оно будет устраивать обе стороны, и их, и нас. Как известно, за использование запрещенной пиротехники нарушителей ждут не только серьезные штрафы, но и отлучение от футбола, запрет на посещение матчей. Верим, что в 2014 году фанаты «Арсенала» не разочаруют. This is the only...